Добрый день, друзья! Сегодня хочу предложить вам приготовить домашний майонез. Для приготовления нам понадобится растительное масло, яйцо, сахар, соль, горчица, уксус, перец по вкусу. В отдельной емкости смешиваем растительное масло, добавляем яйцо, сахар, соль, горчицу, уксус. Опускаем блендер в масло и ни в коем случае не поднимаем его, пока увидим, что образовывается майонез. Затем начинаем двигаться вверх-вниз. Вот такой плотный натуральный майонез получился. Хранить его следует не более 3 дней в холодильнике. Таким майонезом можно заправлять салаты, закуски, добавлять в супы, борщи. Делитесь рецептом с друзьями и не забудьте подписаться. Впереди еще много интересных видео. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!